Всем огромный привет! Мой канал семейный, я снимаю своих деток, я снимаю наши путешествия, свою готовку, как я гуляю с детками, какие-то праздники. То есть то, что касается моей семьи непосредственно, да, какую-то информацию выкладываю, то, что происходит со мной, потому что мы люди в Германии новые, всего лишь мы, даже года еще нет, мы здесь живем, будет в ноябре год. Поэтому то, что происходит со мной, какую-то информацию полезную, потому что когда мы тоже переезжали в Германию, мы весь YouTube перелопатили, буквально весь всю информацию за последний год мы искали какую-то свежую информацию, как переехать, с чем люди сталкиваются, как они потом живут, про курсы информации искали, про какие-то выплаты, про детские сады, мы все искали, поэтому людям, я так думаю, тоже интересна свежая информация, и я все рассказываю, что с нами здесь происходит, как детки ходят в садик, какие условия там, что надо для этого сделать, что при регистрации надо предоставить, какие тонкости, ну что происходит со мной, я вам все выкладываю и все рассказываю. Но опять-таки не забывайте, что каждый случай индивидуален, с нами происходило вот так, с вами может быть совсем по-другому, но суть одна, то есть перечень документов, он может быть один, ну где-то есть человеческий фактор, да, кто-то может закрыть глаза на что-то и пропустить вас, а кто-то упрется, да, и скажет, нет, и все, донесите, ничего не знаю, все, несите все документы. Поэтому я вам рассказываю на своем примере лично то, что я здесь прохожу. Я знаю, что на YouTube много таких каналов, как мой, да, семейный, но все же, как бы, я не хочу вам показывать какие-то свои проблемы, какие-то свои заботы, потому что в каждой семье этого достаточно. Я хочу вам показывать что-то, какой-то праздник, какую-то красоту, чтобы вы посмотрели и порадовались, улыбнулись, посмеялись где-то даже, да? А показывать какие-то проблемы, что-то просить, что-то там ныть, это зачем? Потому что в каждой семье это есть, и этого более чем хватает. И еще смотреть другие семьи, где ноют, где плохо и все ужасно. Я считаю, что это, ну, это лично мое мнение, что я такое не снимаю и не буду снимать. Вот. Хочется показать что-то более интересное, более красивое и что-то более информационное, чтобы вам было полезным мои какие-то видео. Я не выкладываю вам как блоговый канал, потому что мне, как по мне, мне кажется, что это неинтересно с утра и до ночи смотреть, как там 2 минуты она моет плиту, или там 5 минут моет ванну, раковину с туалетом, извините, или полдня, как она намывает там полы в комнате на карачках, стоит перед камерой. То есть я этого не снимаю, поэтому это мне не интересно, и я так думаю, что это и вам не интересно смотреть, потому что это у каждого в повседневной жизни происходит, и еще это смотреть в YouTube, это не новое для вас, и никому это не интересно. Я лучше буду снимать каких-то лебедей, красивых птиц, природу, звуки природы. Это намного интереснее, чем, да, запыханные с тряпкой мокрые руки мою полы. Вот, поэтому те, кто приглашает меня на такие, как каналы Мукбанг, то есть я не знала, что это за слово, даже не понимала суть этого слова, но я погуглила в интернете, и теперь я знаю, что это за слово. И для меня это, как сказать, чтобы не обидеть тех людей, которые выкладывают это в интернет. Ну, мне это просто неприятно. Мне неприятно смотреть, как люди, мягко сказать, докушают перед камерой, брызги летят в камеру, пытаются затолкнуть кусок какой-то в рот, и это все на камеру, чтобы люди смотрели, о чем суть этого видео вообще. Поэтому, когда мне приглашают заходить на очередную новинку, и там я вижу вот это, я, конечно, я не буду это смотреть. Пустые баночки. Тоже хотела поговорить о вот этих видео, о пустых баночках. Ладно, пустые баночки, смотри, там 2-3 минутки, хорошо. Но когда эти видео записываются на 15 и более минут, ну это уже, дорогие мои, перебор, потому что я считаю, что такие видео отвлекают просто нас от каких-то более важных дел. Если кому-то не нравится, конечно, никто никого не держит. Столько каналов, миллион сейчас этих каналов, таких как мой, поэтому для себя каждый выбирает, да, любимый для себя канал и уже его периодически смотрит. Никого никто не заставляет заходить и смотреть от и до. Да, конечно, нам всем, кто ведет свой блог, каналы, всем важно, чтобы смотрели от начала и до конца, чтобы
статистику не нарушать, да, не портить. Конечно, это для нас важно, но никто никого не может заставить. Поэтому, дорогие мои, еще раз хочу сказать, ни в коем случае никого не хотела обидеть. Каждый выбирает для себя то, что он будет снимать. И, ну, честно, мне просто это неприятно. Всем хорошего дня. Извините, если кого обидела. Спасибо за понимание. Всем пока-пока.